Всем привет! Сегодня разбирают двухкомнатную квартиру аж 132 квадратных метра. У вас, соответственно, вопрос, как же это они умудрились-то двушку-то в 132 квадратных метра-то запихнуть? Вот сейчас мы с вами и посмотрим. Это ЖК Гаринский, ребята. Поехали! Итак, ЖК Гаринский, двухкомнатная квартира, 132 квадратных метров, общая стоимость 19 миллионов 450 тысяч рублей. Ребята, в нынешних условиях это очень даже привлекательная цена. Я советую вам присмотреться к этой квартире, если у вас есть лишние 19,5 миллионов. Ну что, а я покажу вам, что можно или что нельзя делать с этой планировкой. Итак, двушка. И опять мы видим очень странную форму, прям, я не знаю, это какой-то, видимо, был спецзаказ сделать каждую квартиру в ЖК Гаринский своей уникальной формы, там, в виде звезды, стрелки, я не знаю чего, какого-то космического корабля или что это такое. Ну, сами судите, мы заходим в прихожую и сразу попадаем в какое-то абсолютно странное пространство, которое какой-то вот угловой формы. Если посчитать углы, то, наверное, их здесь будет с десяток, ну, так вот, если не... Ну, Саня, займись потом, сосчитай все углы. Вот сколько углов будет. Представляете, вот что с этим делать в дизайне, ну, как бы непонятно. Но есть, конечно, таланты, которые с этим легко справятся. Ну, я себя, конечно, имею в виду. Итак, у нас есть кухня-столовая 69 квадратных метров, то есть 70. Это прекрасная площадь, на которой можно развернуться во всей красе. И у нас здесь есть четко обозначенные зоны. Есть зона кухни, есть зона столовая и есть зона мягкая, так называемая, то есть диванная. Давайте разбираться. Начнем с прихожей. Когда мы заходим в прихожую, то мы, естественно, попадаем почему-то в какое-то большое общее пространство. Ребята, я бы так, конечно же, не делал. То есть я обязательно и прямо в срочном порядке стал бы строить вот здесь перегородку. Вот таким образом, видите? Ну, во-первых, мы выпрямляем помещение. Во-вторых, получаем гардероб. Сюда мы можем один шкаф, второй шкаф поставить. То есть сразу же прихожая получилась, сразу же гардеробная получилась. А кухня нам такая длинная не нужна. Длинными вытянутыми кухнями пользоваться неудобно. Но представьте, вы наматываете метры туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Лучше кухня покороче, но вот с таким вот островом. Ну, красота, да, великолепная. Это просто красиво и это удобно. А стол мы поставим вот куда-нибудь сюда. То есть отсюда из угла, конечно, мы его сдвигаем, двигаем сюда. Кстати, некоторые, кто уже приобрел квартиры, сносят вот эти штуки. Не буду говорить, кто, потому что так делать нельзя. Ну, вдруг вы тоже захотите, скажете, да ладно, снесем, тогда около окна вот этот стол будет смотреться очень красиво. А вот этот вот вид туда на Челюскинцев, на реку великолепен, просто прекрасен. Сидишь, машинки едут, там пароходики, а, у нас не плавают пароходики, да, ну ладно, ну, байдарка, может быть, плывет. В общем, в бинокль подглядите. Вот, ну и дальше остается место под диван, Вот эта стеночка, конечно, вот опять с этим углом, ну что такое, вот спрямить ее надо, срочно спрямить. Но, правда, вы в окно воткнетесь, может быть, вот сюда вот спрямлять не получится, это несущая стена. Боже мой, кто же это придумал, вот это вот все такое. Но ничего, мы придумаем, не переживайте. Значит, сюда мы поставим вот так вот диван. Значит, здесь мы поставим растение, это будет живая стена, прям живая. Вот здесь у нас телек, зато никто не собьет. Вот здесь вот кресло, причем можно вращающееся, повернулись, сюда виды тоже обалденные, прямо на парк, на стадион. В общем, тут зелень, красота и вообще там дворец спорта, то есть можно смотреть. Так, что у нас остается? У нас остается две комнаты, какие-то вытянутые, странные, но зато по 16 квадратных, о, это даже 20 квадратных метров и опять с каким-то уступом. Ну, ребята, ну что ж такое-то? В общем, здесь можно построить еще одну гардеробную, то есть переносим вот сюда вот стенку. Кровать ставим вот так, не ставьте изголовьем к окну, ну что там, лысина будет солнцем нагреваться, не надо этого делать, ставим вот сюда кровать, а вот здесь вот у нас будут стоять шкафы, понимаете, заходите, гардероб, кровать стоит логично и красиво, вот так вот все, а это может быть детской. Вот и все, двушечка получилась. Здесь у нас что? Здесь у нас ванна. Ну, 5,2 квадратных метров в целом неплохо. Ну, еще один санузел тоже, в общем-то, ничего. Кстати говоря, что мы можем сделать? Мы можем здесь еще выкроить себе
постирочную, то есть поставим стеночку вот здесь, например, здесь сделаем дверки, сюда поставим стиральную машину, уборочный инвентарь, ну и все такое прочее. То есть все очень удобненько, логично, лаконично и эстетично. Отлично подобрал слова. В общем, хорошая планировка получается, товарищи. Бегите в отдел продаж, скорее покупайте эту квартиру. Она мне нравится. Правда, стоит 20 миллионов рублей почти. Но, может, скидку выторгаете, я не знаю. Промокода у меня нет, никаких преференций нет, поэтому я понятия не имею, за сколько вам ее продадут и вообще, есть ли они в продаже. В общем, бегите и выясняйте. Ребята, понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите в комментариях по поводу этой планировки. Заказывайте дизайн-проекты талантливым дизайнерам. Всем пока. Да пребудет с вами Муза.